Правильно, Петя, туда я возьму камеру, поставлю, и ты когда будешь делать, она будет снимать тебя. То есть я посмотрю. Или с тобой надо пойти заставить. Давай, решай. Как скажешь. И штанов, тренажерный зал, солофор. Да, давай. Сейчас, а компьютер, купишь. Ну а что, да, что я тебе должен покупать? У тебя есть родители? Да. Есть, ну. Ты дзюдо занимаешься сколько уже? Ну, второй год. И что, я тебе должен ходить и... Кормить, может быть, тебя тоже? Кормить надо тебе? Пошли. Здравствуйте. Я ставлю камеру, она работает. Так, а вот, чтобы ты мне здесь сел. И ты качаешь. Если надо, чтобы я был здесь, пожалуйста, я тебя заставлю. То есть, смотри, что ты делаешь. Ты делаешь. Сейчас тебе объясню, что я хочу от тебя. Так, это хорошо, но почему-то очень темно. Значит, смотри. Стоп, стоп, поставь. И еще раз. Сюда. Так, чтобы тебя видел экран. Если я не вижу себя, то ты не понимаешь время, что ты там делаешь. Берешь здесь, отходишь сюда, и вот так делаешь. Значит, здесь, например, 50 раз, да? Здесь 50 раз, там 30 раз, там 40 раз. Если общем, кюнка, стоите, так вот, шапка, супер, ой. Хорошо? То есть на любом снаряде ты делаешь и считаешь, сделал здесь 10, здесь сделал 30, значит уже потом здесь, там сделал 30, значит шапка. Дома я посчитаю и дверь я закрываю. Да. И так еще дальше, чтобы тебя видно было. Вот. И можешь вон туда, лицом сюда. Вот так. Thank you.
главное, здесь достать. Достать до тех, достать сенс до вот этого. Thank you.
хорошо, а мне дурачком не надо делаться. Сказал не закрывать, значит не закрывай. Сколько сделал? Сколько у тебя? Кити, Оля. Мне понравилось, очень понравилось. Вот я и сказал, что он нашел.